В Индии успешно провели испытания баллистической ракеты «Агни-1». Пуск произвели с острова Уиллер в Бенгальском заливе. А носитель пролетел 700 километров до полигона Чандипур. На ракете установлена новая навигационная система. Она обеспечивает большую точность поражения цели и может нести как обычную, так и ядерную боеголовку общим весом в 1 тонну. Запускается ракета с мобильной или железнодорожной пусковой установки.